Добрый день, уважаемые подписчики! Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы поговорим о замечательном ICO, которое уже наделало много шума на рынке криптовалют. Давайте начнем. Криптовалюта сегодня прочно вошла в нашу жизнь. И вместе с тем, как цифровая валюта завоевывала рынок, начал развиваться и блокчейн-технология. Основной особенностью криптовалюты является полное отсутствие внутреннего и внешнего администратора. Банковские, налоговые и судебные службы не могут по этой причине воздействовать на транзакции с ее участием. Вместе с становлением криптовалют в современном мире начали развиваться и ICO-проекты. Они представляют собой принципиально новую форму инвестирования. Они все разные, и каждый инвестор может подобрать для сотрудничества оптимальный вариант. Предлагаю вам обратить внимание на данный ICO-проект, который только начинает свое развитие, но обладает очень большими перспективами для инвесторов в получении прибыли. Что представляет из себя данное ICO? Этот проект был создан группой людей, которые отлично разбираются в криптовалютах и финансах. Подробнее о людях, которые его основали, мы можем узнать в разделе сайта команды. Как можно убедиться, благодаря многолетнему опыту работы на криптовалютном рынке, команда смогла создать проект, который будет помогать большому количеству пользователей. У команды также имеется много уникальных предложений и конкурентных преимуществ, делающих данный токен незаменимым и популярным в использовании. В разделе Distribution of Tokens мы можем ознакомиться с тем, как будут распределяться средства в зависимости от размера собранных средств. Хочу от себя добавить, что распределение абсолютно адекватно и, по моему мнению, правильно. А в разделе Allocation of Funds сразу видно, куда будут направлены вырученные средства. На данный момент проект находится на стадии становления, но он уже является привлекательным для инвесторов, потому что у него есть отличные перспективы на дальнейшее развитие и рост стоимости токена. И в разделе Roadmap разработчики постарались предоставить своим потенциальным клиентам сведения о том, каким образом они собираются развивать проект и делать его лучше, а также что поможет данному ICO выдержать конкуренцию на фоне остальных не менее известных проектов. Почему стоит инвестировать свои средства в данное ICO? Любой вид инвестирования является риском, поэтому только от самого пользователя зависит, становится участником проекта он или нет. На данное ICO стоит обратить внимание по многим причинам, которые делают его надежным для инвесторов, готовых рискнуть. Прежде всего, это высокая доходность, ведь при успехе деятельности проекта инвесторы получат большую прибыль. Второе – это низкий порог входа, ведь суммы вложений могут быть небольшими, а прибыль при этом может оказаться в несколько сотен раз выше. Третье и не менее важное – это надежность команды, которая постаралась сделать проект безопасным и продуманным, чтобы он действительно работал качественно и стабильно. Следующий пункт – это наличие поощрительной системы для инвесторов. И последнее – это высокая безопасность сайта. На этом, в принципе, все. Ссылочку на ICO и White Paper я оставлю в описании. Переходите и знакомьтесь с проектом более детально. Всем пока!